К новому учебному году готовы. В Ненецком округе закончилась двухдневная августовская конференция. В последний день всех педагогов-участников разбили на 4 группы. На площадках обсудили переход учебных учреждений на новые образовательные стандарты, взаимодействие с другими государственными органами и создание комфортных условий для учащихся. Сделать каждого ребенка нестандартным. Такую цель теперь ставят перед собой педагоги дошкольных учреждений. Добиться этого смогут после внедрения в программу новых федеральных госстандартов, которые направлены на развитие у детей творческого мышления и самоорганизации. Особое внимание будет уделяться среде окружающей, наполнению ее, что должно быть в группах. Как, впрочем, вот и по школе, в школе ведь тоже требования, да, к оборудованию в рамках новых стандартов, да, так и здесь. И поэтому вот это еще все предстоит нам решить. Произойдет переход не раньше, чем через 2 года. Прежде – большая подготовительная работа. Первый этап обучения по новым стандартам прошли более 200 окружных педагогов. Кстати, в этом году в округе все дети от 3 до 7 лет будут устроены в детские сады. А это значит, очередь среди дошколят этого возраста впервые за несколько лет удалось ликвидировать. Ждут шумную ребятню и в школах. Школы у нас готовы 1 сентября. В большинстве школ подключено уже тепло, обогревается. Здания готовы, здания все готовы к приему детей. По данным управления образования, количество учеников в этом году увеличилось. В 36 окружных школ попадут почти 6 тысяч ребят. А это на 163 ученика больше, чем в прошлом. Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, телеканал «Север».